Что касается игры на скрипке, то такая история. Играю я на скрипке, фактически говоря, с 3 лет. Профессионально обучаюсь с 5. И вот я в предыдущем видео говорил, что я в детстве планировал, что уже 18 лет я там, как говорится, всего достигну, буду значительным уже скрипачом. Но 18 лет это было еще вовсе невозможно. И я вам скажу, что когда я заканчивал консерваторию, музыкальный вуз, в 23 года, это вот будто я закончил школу. То есть какие-то базовые моменты, что-то вот такое основательное. Я чему-то научился, как бы. То есть это кончилась школа. Потом я занимался по большей части литературой. И фактически до святого 17-го года я выбыл из скрипки. С 13 по 17, с конца аспирантуры. Ну а потом вот уже пришло понимание. То есть пришло понимание после 30, то как надо играть, что надо играть, что такое музыкант, как это все в принципе должно быть. Снег валит с новой силой. Он был какой-то перерывчик. Видите, снова все валит. Это отрицательно, потому что пока он. Пока все заваливает снегом, я не могу на свои зайки толком выехать. Нет, вернее, я, конечно, могу, но меня за это дома прижучат. Поэтому так, в общем, это сделать можно будет легально, когда только снегопад уляжется. И тогда можно уже будет куда-то дергать на машине. Поэтому все довольно-таки вот так вот. Ну, тут вон впереди мэри, там, которой половина елки прислонена. Там вот дальше магазин «Дом книги Москва». Что у меня какой-то подмывает меня по верху перебежать. А да и хрен с вами. Лучше этого не делать, реально. Потому что какая-нибудь провидственная это будет ехать во весь опор, собьет тебя, как грязь. И все. И никто ничего выяснять не будет.